Это новинки наши. Все видно. Даже с края капота. Вот они и по краю. Здесь почему-то как-то кучно. Пошли. Ну, здесь подальше. Небольшие, но как бы большие они, большие. Все их делать надо. Вот. 20 мятинки. Вот так вот. Капотец у нас. Ну, посмотрим, что он скажет. Если что, можно его снять, сделать на стенде. Вот, и не врачиваться. Вот, поскольку все это делать стоя не так уж и приятно. Опять же, можно с этой стороны, не залезешь. Вот, со стороны как бы стекла. А там крутись со всех четырех сторон. А если что, можно даже, допустим, и порезать шовную мастичку, или где-то засверлиться, стороны стекла залезть и поделать. Ну, допустим, вот, если здесь не будет места, там, или здесь, к примеру. Окошечки-то там есть, но они ж не всегда могут совпадать с теми зонами, в которые есть свободный доступ инструмента. Вот. Ну, такие вот фортели. Потом пойдем по стоечкам, потом снимем крышу, ну и потихоньку машинка вернется к своему прежнему исходному виду. Вот, будет белая, красивая, нарядная, радовать глаз вот своим внешним видом. Вид современный, модный. Вот. Так что ничего, потихоньку займемся. За крышу пока я ничего не снимаю, не делаю. Ну, тоже кое-где. Мятинки тут есть, и мятинки приличные. Так что, ну, ход дойдет, будем заниматься. Опять же, вот, даже на молдингах тут кое-где они подбитые. Вот. Так что досталось. Град и сюда летел. Ну ладно, продолжим дальше разборку. Вот, продолжаем дальше разборку, дефектовку. Сейчас займемся, наверное, надо заняться разборочкой сона. Вот. Чтобы потом просто заниматься, и заниматься. Ну, вот, на крыше первые ласточки прилетевшие, тоже вот, две рядом. Вот здесь край крыши. На краю крыши есть. И далее. Это мы снимем потом отдельно. Мятинки, конечно, прочные есть тут, но что делать? Нам не приходится выбирать. Будем делать все подряд. Ну что, вот он обычный вечер у нас. Потихоньку будем делать. Вот у нас хундайчик. Один тут занимается, собирает. Вот наша кияшка. Сейчас она будет обесшумливаться, а это наоборот разбирается.
Вот в таком виде. Капот уже сделанный. Теперь будем делать задний капот. И такая у нас крыша. Тут по стойкам чуть-чуть досталось. Ничего. Будем стараться привести в тот вид, в то состояние, как она и была. Близко к этому. По возможности. Ну, чуть посеяло градом. Это град, по-моему, 15 мая был, да? Да, да, да. Ну вот. Такие дела, короче. Ну, потихоньку все очищается. Вот эти еще видны. Народ тут потихоньку веселится. Ну что тут крыша наша? Так. Все нормально. Смотрите, пойдет, не пойдет. Сейчас посмотрим. Нормально? Подсветка, да, или пойдет. Крыша шикарна. Это слепую, не видно. Обалдеть. Как новая, да? Да, нормально. Так работать теперь будет нормально, приятно с ней. Лисенка хорошо. Ну, думаю, пойдет. Не-не-не, отлично. Так и остался, наоборот, хуже. Отлично, да. Сейчас я свет потише сделаю. На минимум. Вот тут еще осталась вмятинка, она видна. И вот они. Хорошо видно. Я как бы не доделал, уже поздно. Оставлю на потом. На завтра. Вот. Можно включить. Все вот так. Вернее, не так, а вот так. Сейчас я потише сделаю, чтобы было видно. Неплохой металл, как бы. Уже я сталкивался и с более худшим. Тут как бы придал старание. Вот опять же. Вот. Три и еще вот она. Вот она, четвертая. Тенка осталась, а так уже нормально. Ну вот, капотик более-менее получается.